Ну, давай поговорим. Что ты тут делаешь? Приехала за тобой. Зачем? Зачем я тебе? Ты оставила записку. И все. И я объясню. Ты бросила меня, забыла, умчалась. Когда папа вернется домой, тебя здесь не будет. Я все знаю. Я знаю, что ты не бросила пить. И курс лечения ты не прошла. Ты ушла из больницы. А это были мои деньги на колледж. Я поверила тебе и проиграла. Я всю жизнь это делала. С меня хватит. Держи Кэролайн подальше от меня, пожалуйста. Я не хочу ее видеть. Она твоя дочь? Уже нет. Моя дочь умерла. Ты понятия не имеешь, как сильно ошибаешься. Каждый раз стоит тебе выйти за дверь. Каждый раз, когда ты не отвечаешь на мои звонки, у меня сердце замирает. Как я должна защищать моих девочек, когда вы устраиваете подобное, а потом еще делаете из меня чудовище? Ты защищала папу, даже когда он убил твоего сына. Но за меня ты не вступишься. Даже перед тем, кто чуть меня не изнасиловал. Хватит пару чушь. Видишь? Эту вмятину на полу. Она осталась от твоей головы в ночь перед тем, как я уехал. Мы с твоей мамой поругались. Ты вышел из своей комнаты, я взял тебя за руку, но ты вырвался и упал. А когда очнулся, ничего не мог вспомнить. Твоя мама сказала, чтобы утром меня не было. В тот день я выпил в последний раз. Если что-нибудь случится... Эй, не стоит переживать за меня. Нет, стоит, я не смогла проститься с мамой. Тебе ничего не нужно говорить, потому что я еще долго буду с тобой. Обещаю. У тебя есть я. Все в порядке, старец. Я все еще с тобой. Твой отец был ужасным человеком и, наконец-то, мертв. Но я жива, и я тебя умоляю. Хоть раз в жизни скажи мне правду. Начни меня ценить. Если бы я была сильной, я была бы счастлива и без мужчины. Ты так думаешь? Даже у олигархов есть сердце, милая. Поверь мне, Блэр, в мире нет сильнее женщины, чем ты. Ты правда так думаешь? Я знаю, мы не всегда ладим, но... Я правда тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Кажется, ты никогда не говорила этого раньше. Меня подстрелили? Потому что я ужасная мать. Тебе даже в голову не пришло, что я приду тебя искать. Но ты ведь пришла. Вероника. Это трудно. Я понимаю. Но... Просто помни это. Дорогая, это все, что мне нужно. Я
меня взялись силы начать самостоятельную жизнь. Скорее всего, это от мамы Джули Купер. Ты храбрая, верно? Да. Я наблюдала, как ты мучительно ищешь свой путь и надеялась, что ты последуешь по моим стопам. Но, как и любая уважающая себя дочь эгоцентричной матери, ты поддалась идее быть кем угодно, только не мной. Это неправда. Мама, ты великолепна и... Ты непотопляема. Ты деловая женщина и художник. Только сумасшедшая не захотела бы стать такой, как ты. Меня пытались задушить, а я выжила. И я не буду это скрывать. Да, конечно, не стоит. Но волосы-то мы тебе уложим? Ну, конечно же, да. Вот и здорово. Когда я пришел в ваш дом, у меня ничего не было. Ни семьи, ни надежды. Ну что ж, то, что ты уезжаешь, не значит, что я тебя отпускаю. Ты вернулся? Софи Роуз Коэн. Красиво звучит, да? Она красавица, правда? Встань, через пару лет когда-нибудь будет выглядеть как помятая фрикаделька. Ты назвал сестру помятой фрикаделькой? Видел бы ты, на что собой похож. Он тоже был красивым. Да, был. Выглядел как побитый боксер.